Паца, йоу-йоу-йоу, всем нихао, с вами вновь Дим Димыч. Я вернулся, и в данном видео я хочу вам показать самые, так скажем, самые бюджетные сетапы из мехмодов на сегодняшний день. Сразу же по стоимости Вегот и Дежавю у нас стоят 1200 за комплект дрипка и мехмод. И Кеннеди, комплект кит, стоит 1400 рублей на данный момент. Итак, давайте начнем с... Так понимаю, с V-года Pro Mech Kit. Я вам покажу распаковку и посмотрим на конструктив и особенности, расскажу данного сетапа. Итак, классическая коробка, мы ее вскрываем и видим внутри, что она сразу же встречает на такой подложке полиуретановой сам мехмод и дрипка V-год. И из допов у нас есть отвертка и сквонк для пивна, плюс пару каких-то о-рингов. Окей, да? Итак, давайте приступим сразу же к самому мехмоду. Мехмод у нас не имеет постоянный контакт с АКБ. Кнопка у нас, цельная. Имеет три точки соприкосновения при нажатии с АКБ. То есть момент, оп, и АКБ замкнулась на цепи. Кит сам по себе вообще как бы миниатюрный, и мне довольно-таки нравится, потому что цена вообще шоколадная, 1200 за кит. С дрипкой выглядит весьма миниатюрно и красиво. Так, китайцы у нас все запаковали как надо. Итак, вот он как выглядит у нас в собранном виде. Данный сетап, вообще все три сетапа, которые будут представлены, имеют нижний, мой любимый, самый вкусовой обдув. Особенности данного мехмода, точнее дрипки по конструктиву, это у нас стойки, так как сюда не все жирные намотки войдут, потому что сами отверстия, как мы можем наблюдать под наши койлики, они весьма не больно велики, но фьюзды под мех сюда влазят великолепно. В общем, я советую данный сетап, потому что, ну, во-первых, стоимость и весьма красиво выглядит. Так, не закрутил, закручиваем. Все, то есть вообще офигенный кончик получился такой. Ну вот он, красивый, реально, небольшой в руке, удобно нажимается на кнопку и валит он как надо, то есть на нем много будет пара. Еще раз, по гравировочкам, все гравировочки у нас имеются. Как снаружи, так и внутри. В общем, окей, да? 1200 за данный сетап, я считаю, это весьма достойный прайс. Итак, его мы пока поставим в сторону. И следующий я бы хотел вам показать, это Дежавю. Так вот его оставлю в Игодовске, чтобы он мне не мешал. Дежавю. Это у нас малазийская контора сама по себе. Стоимость, еще раз, комплекта кита 1200 рублей. Так. Точно такая же подложка. И сам мехмод, он тоже имеет непостоянный контакт с АКБ, но, опа, тут уже видите, косячок небольшой вот есть. Вот он, при накручивании дрипки. Дрипка также Дежавю, имеет нижний обдув. Так, ну что, давай закручивайся. Ага, все пошло. Но, как говорится, под дрипкой не видно. Сливы у нас имеются съемные, то есть как один такой перфорированный ребристый. Можем поменять на обычный, который идет в комплекте, без мусульманского солнца, малазийское. Можно поменять на просто вот гладкий у вас. Но мне больше рифленый нравится, он такой прямо зачетный вид становится у него. Так, по кнопке. Кнопка примерно точно такая же, как у до этого был V-God Pro Mech Kit. Точно такой же, но ход очень, пацаны, мягкий такой. Вообще кайфовый, я бы сказал. Вообще кайф. Офигенный хенчик. По дрипке тоже имеет нижний обдув.
И стойки здесь уже жирные. Здесь уже у нас войдет все, что угодно, любая ваша намотка. Также имеет нижний обдув, то есть будет много вкуса, много пара. Окей, да? Все поняли. То есть стоимость также 1200 рублей. Вообще кайфовые два хенчика, они плюс-минус. По размеру они примерно одинаковые, в руке сидят оба классно, но у Дежавю такая мягкая прямо кнопка, удобная. Окей, да? То есть вот они по 1200 рублей, пацаны. Ну куда еще дешевле, я вообще не представляю и не знаю. Так, и следующий это у нас Kennedy комплект. Он уже идет сразу же в собранном виде. Такой лоу, заниженный, как мы можем видеть, сразу же нас встречает дриптип, как у Фобии, у второй, как у Алекса было. В матовом таком цвете, все Kennedy, кнопка. Кнопка, я так понимаю, точно такой же имеет конструктив, как и у предыдущих двух. Да, точно так же. Оп, вот у нас толкатель. Так, секундочку, значит, не фокусируется. Вот. Оп, оп, все, замкнулась цепь. Все данные мехмоды имеют под АКБ 18650, но на Kennedy можно поставить 21700 или 20... Сколько там? 750. Офигенный кит, выглядит вообще супер. За 1400 это вообще годный вариант. Kennedy у нас сама по себе дрипка также имеет нижний обдув. Классическая дрипка Kennedy. Все за сферической обработки. Ну, вообще кайф. 1400, я считаю, вообще достойный и годный прайс. Итак, еще раз у нас 1200 это V-God, 1200 это у нас Дежавю и Kennedy 1400. Все, пацаны, все ссылки на меня в описании. Добавляйте в WhatsApp, Viber, ВКонтакте я пока везде заблокирован, меня нет. Но группа Best Clouds, она существует и она есть. И ссылка на нее будет в описании, где это можно все приобрести. Все, давайте, всех обнял. Дим Димыч всегда с вами. Мы в 2019 году живы будем, не помрем. Все у нас будет хорошо. Все, пацаны, давайте, всем удачи еще раз. И с Новым годом. Всех обнял.